Мы прибыли со всех концов света. Невинные, заносчивые и храбрецы. Мы думали, что война станет для нас ритуалом взросления, большим приключением, которое объединит нас в поисках славы. Но вместо приключений мы нашли страх, а уравнивает на войне только смерть. Фредерик Бишоп? О, боже. Это вы, Фредерик Бишоп? Нет. Он мертв, извини. Но это же ваша фотография. Полагаю, да. Джек Фостер. Я ваш новый подчиненный. Ну уж нет. Уберите от меня этого малого. И не подумаю. Он такой путь проделал, чтобы увидеть вас. Фредерик Бишоп, гордость Австралии. Знаю, он даже про возраст солгал, чтобы пройти призыв. Морзянка, знаешь? Да. Пошли. Это полный провал. У нашей первой волны не было и шанса. Вон у них какая оборона. Как же мы захватим пляж? На этот раз у нас есть дредноуты. Затыкай уши, парень. Сейчас будет шумно. Отправь координаты. Ты-то куда собрался? С вами. Ну-ка, прицелься. Ясно, остаешься тут. Пойдешь с тыловым отрядом, после того, как я пущу ракету. Yes, sir.
Да, сэр. И на рожон не лезь. Надо добраться до верха пляжа. Шлюпок не было шанса. Боже!
запустить ракету. Твою мать, ты издеваешься? Пошли сюда! Вот! Вот смотри! Парень, твое вранье тебя же и убьет! Я просто... Памятник себе захотел на городской площади! Давай, парень, вставай, давай. Вставай, молодец. Я умру. Не умрешь. Ты австралиец. Тебя нельзя убить. Да. Наверное, да. Разве что. Ты не киви случайно? Нет. А теперь все по порядку. Давай, иди сюда, встань. Повторяй за мной, руку сюда. Это вот так. Приклад к плечу вот так. Щеку к прикладу. Нет, вот так. Направляй, куда хочешь выстрелить. На, вот так. Ногу выстрели немного. Держи равновесие. Я уж начал думать, что потерял своих австралийцев. Чем могу помочь? Не вы, а парень. Нам нужен связной на линию фронта. Правда? Нет. Да. Нет! Нельзя туда парня отправлять, он же прямо под пулю забежит и конец. Нет, нет, я смогу. Нет. Я пойду. Ладно, ты здесь со мной. А вы будете связным. Надо как-то добраться мимо османов. Thank you.
катится к чертям. Надо вернуться к Уайтхоллу. Ну да, и на том спасибо. Метка. Да, я просто... Я увидел и... Я... На всем фронте провал. Я так и думал. Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Вы не волнуйтесь. Я тут справлюсь. Пригибайся, ствол наготове. Ищи укрытие. Понял? Понял. Надо добраться до тылового пункта. Позиция союзников потеряна. Приказ навести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт! Фостер! Чертовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Thank you.
Форт будут обстреливать, чтобы нас прикрыть. Надо уходить срочно. Так. Я отправил людей на захват форта. Им же конец. Кто пошел? Только добровольцы. То есть пошли все. Дети же, черт. Вы же понимаете, в его годы все такие. Фостер. Черт. Парня надо забрать. Идите. Сделаю вид, что вас тут не было. Это не ваша вина. Конечно, моя. Еще одна смерть на совести. Идите, времени у вас мало. Штурмовать форт в одиночку? А еще Фостера называл тупицей. Сокол, боятся!
хочешь, чтобы его. Что, опять? Может, просто меня застрелите? Пошли. Будем тебя отсюда выводить. Тут все рухнет в любой момент. Нет, мы не можем уйти. Враги еще наступают. С ранеными мы от них не убежим. Ты иди. Я прикрою твой отход. Но, Бишоп, там я еще притворюсь, сотни... будто захватываю форт. Это отвлечет врага. Когда пройдешь к союзникам, пусти ракету, чтобы я знал, что ты цел. Тогда я буду отходить. Боже. Что, приказы не выполняешь? А вы-то здесь по какому приказу? Иди сюда. Вот. Ты теперь настоящий австралиец. Выгляди соответственно. Ладно. Вперед, парни! Пошли! Ради вся. Уходите! Всех положу! Господи, не научил их целиться. Черт возьми!
какая-то попадутся. Ah!